Использовать все имеющиеся ресурсы для повышения качества жизни. Такую задачу глава республики поставил перед активом Вурнарского района. В выходные в муниципалитете подвели итоги социально-экономического развития за первое полугодие. Во время рабочей поездки Михаил Игнатьев проинспектировал ход уборочной страды. Тему продолжит Дмитрий Ковалев. Уборочные работы в Вурнарском районе в самом разгаре. Уже поспела зимняя пшеница. На полях крупного агрохолдинга урожай собирают сразу 8 комбайнов. Недавно здесь закупили новую технику. За штурвал одной из машин села глава республики. Ставку на зимую пшеницу в хозяйстве делают уже не первый год. Эта культура не боится даже аномальной жары и дает хорошие всходы. Сейчас с одного гектара удается собрать более 5 тонн зерна. В Вурнарском районе в ближайшие дни приступят и к сбору кукурузы. В хозяйствах эту культуру выращивают на корм коров. В нем очень много содержится микроэлементов. И протеиновый баланс, и белковый баланс. Если мы раньше все то, что потребляли, покупали за пределы Чувашской республики, основную долю уже производители сами себя обеспечивают. И перспективы я задачу ставлю, чтобы в виде комбикормов с содержанием кукурузы обеспечивали наши домашние хозяйства, которые занимаются личным подсобным хозяйством. В муниципалитете продолжают возводить современные животноводческие комплексы. Этот коровник был открыт недавно. Здесь возможно содержать более 1000 буренок. По европейским стандартам оборудован доильный зал и цех заморозки молока. Этот проект, который мы сегодня здесь находимся, это самый крупный проект в республике. И задачи здесь, как уже были озвучены, там в 2018 году довести дойность до 2000 голов. И таких проектов нужны еще и району, и республике. И в целом Вурнарский район активно работает в этом направлении. Первые итоги работы агрокомплекса подвели на расширенном совещании с активом района. За полгода в муниципалитете увеличилось производство мяса и молока. Правда, пока в Вурнарах недостаточно активно продвигается работа по регистрации невостребованных земельных долей. К ответу Михаил Игнатьев призвал глав поселений. В последнее время мы не меньше 20-30 дел сдавали в суды. Ситуация такая, что суды уже начинают сдерживать. Много очень ситуаций таких, что дело до суда доходит, нарисуются наследники. Наследники живут в других областях, и достать их не так просто. Ввести в оборот все невостребованные земли в районе намерены в следующем году. В муниципалитете продолжают модернизировать ФАП и строить новые дороги. В ближайшее время планируют завершить программу переселения граждан из аварийного жилья и капитального ремонта домов. Запланированы ремонтные работы в 7 многоквартирных домах района по программе капитального ремонта. Из них в 3 домах ведутся ремонтные работы. Это замена крыш, капитальный ремонт в 2 домах и замена электропроводки в 3 доме. У вас очень хорошая перспектива. Использовать надо сполна промышленный комплекс, сельскохозяйственный комплекс. У нас буквально несколько районов, которые имеют пищевые и перерабатывающие предприятия. С руководителями Вурнарского района Михаил Игнатьев провел и рабочую встречу. Первоочередная задача властей муниципалитета – завершить сжатые сроки ремонт в школах. Дмитрий Ковалев и Олег Якимов. Республика.